Первое знакомство с Яной началось с 2012 года. Тогда я переживала величайшее разочарование в духовности. Было внутри очень много вопросов. И вот ВКонтакте я наткнулась на ее посты. Когда я начала, помню, читать ее посты, сразу отмечу, было достаточно много для меня незнакомой терминологии, но я улавливала вообще суть того, что несет автор, что он пытается вообще сказать. И это резонировало очень, и такое было состояние как духовного голода, что ли, и именно вот эти посты, вот энергетика их была такая своего рода наполняющая, животворящая, что ли, вот настоящая какая-то. И мне хотелось вот еще читать их, и внутри будто складывался некий пазл, что-то начало выстраиваться, не было каких-то противоречий. И услышав ее голос, это совсем иное восприятие. Сейчас, кто знакомится вновь вот с Яной, наверное, им в какой-то степени даже повезло больше, потому что через голос вот эта трансляция, она исцеляет и побуждает, то есть вот именно голос Яны, голосовая трансляция ее, она способна пробудить в человеке то настоящее, что в нем есть. Взаимодействие на личных консультациях у меня произошло гораздо позже, это был уже 2018 год, то есть спустя 6 лет. И, собственно, тогда я вот решилась и написала Яне, что хотела бы попасть на консультацию. Была гонка за некими видео определенных гуру-мастеров. Было еще общение с психологом, это до знакомства еще с Яной. На тот момент у меня тоже, я переживала определенные трудности с противоположным полом, там, с партнером. И я помню вот прям на контрасте, как это было с психологом и как это было при взаимодействии с Яной. То есть человек, буквально мне говорил, что ногтя-то его не стоит, он тебя недостоин, и ничего, кроме усугубления ситуации, ни к чему это не привело. А когда было взаимодействие с Яной, с ее стороны никогда не звучали такого вот характера фразы. Яна всегда ставила вопросы так, что, отвечая на них, я сама становилась ответом себе в этой ситуации. Я все точно так же проживаю, как и прежде, но вот эта внутренняя опора, наполненность, ощущение «я справлюсь», оно всегда присутствует. Раньше у меня никогда такого не было, то есть определенные мысли, определенные события в моей жизни, они всегда раскачивали меня, и я впадала либо в какой-то пофигизм, либо полностью погружалась в какое-то негативное состояние, которое меня вообще обестачивало и не давало ресурсов справиться с этим. А на сегодняшний день я проживаю какие-то события в жизни, они никуда не деваются, естественно, и плохое, и хорошее, все это есть, но я как бы всегда нахожусь в неком балансе, несмотря на то, что происходит. Я взаимодействую с тем, с чем я непосредственно имею дело. Именно этому научила Яна. Моя жизнь буквально разделилась на до и после. Более того, как я позже уже ощутила, что до это была и не жизнь-то вовсе. Это было вот, наверное, какой-то подготовительный некий такой этап. Именно проводниковость и водительство Яны помогает обнаружить, что человек никогда ничем не обделен. Обнаружить именно вот эти ресурсы к самоисцелению и освобождению. Я никогда не встречала ничего подобного и до сих пор не встречаю. И именно практ подвиг меня на то, что мне бы хотелось именно вот в нем поучаствовать, бросить вызов самой себе, пройти эти задания, посмотреть, насколько я слышу, насколько я могу. Однозначно себя стало больше. Более того, все проживалось совсем иначе, совсем с другого как-то ракурса. Я это все увидела, все ощутила. Еще больше появилась именно структурированности, наверное, в самой себе, потому что шаг за шагом, делая эти задания, ты обнаруживаешь что-то новое и взаимодействуешь непосредственно с самим собой. Были моменты, когда было и сложновато, и с помощью корректировок и подсказок Яны были обнаружены те моменты, которые были до конца не вскрыты. Вторая часть мне очень нравится, особенно именно вот эти вебинары, потому что это живые вебинары. Важно то, что там такой как бы интерактив, да, участников, то есть ты слышишь истории и вопросы участников, смотришь, слушаешь, как участники это слышат и разбирают. Открывается такое некое умение считывать, умение слышать. И я бы это назвала еще экстрасенсорные способности, да, которые, когда ты ощущаешь всем собой. У меня были такие моменты, что мы, допустим, созваниваемся с Яной, я еще ничего не рассказываю, с какой проблемой я попросила консультацию, да, и она уже заблаговременно по каким-то моим вступительным фразам уже говорит, что со мной. Меня тогда это просто удивило. Взаимодействие на вебинарах, при всем при том, что Яна умеет определить состояние человека по голосу, по взгляду, меня все время это очень поразило. Я взяла сразу все опции сопровождения, потому что, как я уже говорила, может быть, из-за того, что я была на консультации, да, и несмотря на то, что предполагала, что, возможно, там будет на начальном этапе что-то такое, с чем я была уже знакома, тем не менее, мне была важна обратная связь, как бы своего рода корректировки именно от Яны. И поэтому я считаю, что если уж идти, то лучше с сопровождением, потому что Яна выкладывается на все 100%, даже, я бы сказала, наверное, 200, а то и больше. То есть я это ощущаю, и по тем голосовым ощущала, это сделано со всей ответственностью. И, естественно, вопрос, брать сопровождение или нет, для меня вообще не стоял. Я шла к Яне. Меня всегда поражало, и это не только в общении вот на практике, да, насколько Яна умеет найти подход. Неважно, на какой частоте, да, энергетики человек находится, не всегда присутствует человечность, вот это сострадание. И это не просто вот какие-то слова, да, это действительно чувствуется энергетически. В Яне это как ни в ком другом присутствует, и это всегда ощущается. Для меня это очень важный человек в моей жизни, что это именно то, что я всегда искала. Ну, во-первых, терминология стала уже вся понятна и ясна. Более того, я поняла, что вся терминология была выбрана не случайно. Дорогая Яночка, я очень благодарна тому, что ты есть в моей жизни. Я никогда в своей жизни не встречала такой души человека. То, что ты мне открыла, то, что ты мне дала, это бесценно. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Ты подарила мне саму себя. Я вижу, какая я на сейчас. И я точно знаю, что без твоей помощи, без твоих подсказок я бы никогда это сама не обнаружила. Я очень благодарна тебе за твою теплоту, за то, что ты есть. Очень тебя люблю.